команда «Динамо» за выход в чемпионат России по волейболу. Три раза наши соперницы становились чемпионами. На сегодняшний матч у нас большие надежды. Болеем за «Уралочку»! Наши волейболистки уже держали в Москве. Первую партию со счетом 19-25 выиграла команда «Динамо». Рядом со мной один из преданных фанатов Александр. Александр, как вы оцениваете игру? Ну, вначале нам всегда тяжело. Но дальше «Уралочка» собирается благодаря Николаю Васильевичу, который в этом году 50-й сезон руководит командой. Я в этом году был на матче в Минске и в Москве. И нашу команду везде с удовольствием принимают и всегда аплодируют и Карполю, и команде. Счет и табло 24-22. Прямо сейчас все может решиться. И «Уралочка» побеждает! Второй период прошел успешно. Ура! Ура! Уралочка! Ура! Ура! Счет игры 2-1 в пользу «Уралочки». Ваши впечатления? Ну, седьмой болельщик делает сегодня свое дело. Болельщиков очень много. Приехал Екатеринбург, Нижний Тагил, Красноуфимск, Краснотуринск. Вот болельщики со всей области болеют сегодня и очень помогают девчонкам. Отличный матч! Мы болеем за «Уралочку»! Я сама когда-то играла в волейбол. Очень хорошо. Надо вот прям вот... А всей души кричать, чтобы он... Куча эмоций, ждем только победу. Счет по партиям сравнялся. «Уралочка» — «Динамо» 2-2. Сейчас идут решающие минуты. К сожалению, «Уралочка» проиграла. Счет 3-2. Но это еще не конец. Что будет дальше? Ну, впереди нас ждет еще одна самая главная игра, наверное, сезона в Москве против «Динамо». Сейчас счет равный, но все в наших руках. Если не будет ошибок, как в последней партии, победа будет за нами. Да. Я прежде всего оцениваю, что «Тагил» стоит на равных с Москвой. Мы сегодня играли с чемпионом страны. Прошлую игру у них выиграли. Здесь проиграли. 3-2, 3-2. Обе матча закончилось. Там в нашу победу, здесь... Прекрасный матч. Я считаю, что это настоящий праздник для Нижнего Тагила. И, конечно же, на то, что касается волейбола, это один из любимых видов спорта вообще Свердловской области. Мне просто очень жаль, что наши девчонки сегодня проиграли. Игра достойная, на самом деле достойная. Я вот сколько ходил и посещал игры, такой игры не было никогда. Но не повезло. Сегодня удача не на нашей стороне. Я надеюсь, что третья игра... принесет нам удачу. Поддержка сегодня невероятная была, правда. Хочется поблагодарить каждого болельщика. Вот я прям говорю до мурашек, мы чувствуем это, и это нам безумно помогает. Но, к сожалению, не хватило немножко, но будем стараться. Решающий матч полуфинальной серии состоится 20 апреля. Его будут транслировать по интернету. Будем болеть за наших!